Что я предлагаю? Если партия УСДП вдруг выйдет из политической борьбы, я предлагаю всем голосовать за партию Адал. Войти в эту партию Адал. Известно, что Нурсултан Назарбаев не доверяет Тимуру Кулибаеву, хотя он держит миллиарды под своим контролем в пользу Назарбаева. Ну как под своим контролем? Назарбаев умрет, он все эти деньги, безусловно, оставит себе. Все богатства просто перетекут, он подставное лицо. Ну, ясно, что Назарбаев давно бы и расправился со своим зятем, но не может. Он где-то его боится, где-то не может. Ну, представьте себе, у него миллион подружек, его дочь Динара Кулибаева живет в Швейцарии, ведет разгульную жизнь его зять, и он ничего не может сделать, чтобы помочь своей дочери поддерживать нормальные семейные отношения. Вот что значит Тимур Кулибаев. И, конечно же, когда кто-то говорит, что Тимур Кулибаев не имеет политические амбиции, конечно же, это ложь, потому что Нурсултан Назарбаев-то точно знает, что это не так. У Тимура Кулибаева расставлены люди на всех уровнях власти. Ну, один из них, важнейший, это Карим Масимов, который работал председателем банка Тимура Кулибаева, и затем Тимур Кулибаев его продвинул на высшие посты в стране. Это его и партнер, и друг. И таких людей он расставил немало на высших должностях нашей страны. И, конечно же, Назарбаев очень подозрительный. Он опасается своего зятя. И когда мы все пойдем голосовать за партию Адал, то вы же понимаете, зять будет отбирать власть у Нурсултана Назарбаева. Ну и отлично. А мы войдем в партию Адал, подадим свои заявления, откажемся от партии ОСДП и будем помогать Тимуру Кулибаеву отобрать власть у Назарбаева. Ну и вы понимаете, мы тогда опубликуем богатство его подружек Гоги Ашкенази, его подружки Сати Казановой, ну и там тысяч других подружек. У нас есть масса видео, фотографии. Ну и очень важно, что недавно убитый Нурсултаном Назарбаевым Айсултан довольно много со мной разговаривал, и у меня есть очень много разных доказательств его обсуждений, различные видео, в котором он рассказывает, каким образом расхищались те или иные богатства, миллиарды долларов в нефтегазовом секторе Тимуром Кулибаевым, как он сотни миллионов долларов переводил Гоге Ашкенази. Это все у меня есть, и мы, конечно же, это начнем массированно публиковать. Мы сделаем партию Адал очень известной. Я думаю, за такую партию мы проголосуем, и опять же, получится так. Теперь голоса у Нурсултана Назарбаева будет отбирать его собственный зять, Тимур Кулибаев. Представляете, какая будет потеха, когда в семье между тестем и его зятем будет самая настоящая политическая драка. И вы понимаете, что Назарбаев это не выдержит, не потерпит. Он будет наказывать Тимура Кулибаева, и массовые фальсификации будут на всех участках. Мы будем подзуживать, подогревать, говорим: «Тимур, мочи Назарбаева, мочи его! Хватит, Акела промахнулся!» Мы будем говорить, что Тимур Кулибаев украл у страны, а теперь он еще что-то украдет и поддержит граждан, которые за него проголосовали. Мы будем говорить, что Тимур Кулибаев поднял с коленок Гогу Ашкенази, поднимет с колен и страну. Мы будем рассказывать о поставщике насосов Гоге Ашкенази, который поставляла насосы и стала миллиардером. Понимаете, какая у нас веселая будет кампания избирательная. Поэтому, если Нурсултан Назарбаев вместе с Каримом Масимовым решат все-таки ОСДП убрать с выборов, надо приветствовать, надо радоваться. Надо радоваться тому, что мы нашли точку давления, что режим испугался, и он, что называется, из огня прыгает в полымя. Вытаскивает партию Адал, мы за нее голосуем, отбираем
Нур-Султана и у Нур-Атана голоса отдаем зятю, и пусть они между собой дерутся. И более того, мы опубликуем массы видео разных договоров, покажем контракты. Мы имя Тимура Кулибаева вместе с его подружками сделаем на слуху не просто только в нашем Казахстане, но и по всему миру, потому что мы будем снимать ролики, будем распространять информацию, мы привлечем западных журналистов, европейских депутатов, и о них будет знать весь мир. Как парламентские выборы Нурсултан Назарбаев превратил в цирк, как он пытается обмануть свой народ, как он подставную партию УСДП воткнул на эти выборы, как он переименовал партию Бирлик, неизвестную никому, поставил там дружка своего Серика Султангали. Мы все это покажем всему миру и сделаем это весело, очень интересно, с размахом. Поэтому, уважаемые друзья, когда мне говорят, а что же мы будем делать, если ОСДП выпадет из выборов, шикарно, мы будем голосовать за партию Адал, за справедливый, так называемый, честный и верный. Честная Гога Ашкенази, верная Сатика Казанова и Адал, справедливый Тимур Кулибаев. Так что голосуем за партию Адал, если ОСДП они выбросят.